Здравствуйте, друзья! И снова о книгах. Вопрос такой, а что можно почитать из современной литературы? Или уже ничего не пишут? Вы знаете, совершенно случайно открываешь книги, которые не занимают никаких призовых мест, ни в каких номинациях, и которые хочется читать и перечитывать. Вот я для себя 2 года назад вновь открыл Юрия Полякова. До этого я читал много-много лет его знаменитую повесть или роман «100 дней до приказа». Я посмотрел, стоит на полках Юрий Поляков, купил на пробу и не пожалел. Один роман называется «Грибной царь», второй мне понравился страшно «Парижская любовь» Кости Гуманкова. Полный эффект присутствия, как будто вот это происходит с вами. Изумительный простой язык, в то же время классический, вот так писали наши классики, Куприн там. Прекрасно просто. И очень меня обрадовало, что оказывается по «Грибному царю» ставится сериал, 6 серий, телесериал. Поэтому книга эта будет знаменитой после этого сериала, а у вас есть возможность ее прочитать до того, как этот сериал выйдет на экраны. Не пожалеете. Спасибо.